Итак, дорогие друзья, всем доброго времени суток, с вами, как всегда, Антон, и сегодня вы увидите поединок между самым жирным бойцом UFC и самым худым. Сразу хочу извиниться за небольшие косяки со звуком, там их очень мало, но все равно обидно, что так записалось. Также хочу попросить тебя подписаться на мой инстаграм, в котором пока что ничего нету, но я планирую его вести, ссылка в описании. Ну и спасибо большое тебе за лайк и за любой комментарий. Друзья, хочу сообщить вам о том, что ребята с OneX настоящие профессионалы, работающие быстро и надежно, поэтому переходи на мой твиттер и получи свой подарок. Ну что же, дорогие друзья, голодный кошмар слева, ватная тонна справа, и поединок начинается. Единственное, что... Ой, как же он сразу ему вонзил, так скажем, свой шприц в бочину. Тот аж наклонился, как будто захотел немного покакать. Ну что, друзья, я хотел сказать только одно, что вот эти формы, которые вы сейчас видите, это максимальные формы в этой игре, то есть... Я сделал самого худого и самого жирного, самого высокого бойца, которого я смог сделать. Отлично, проветривают яйца оба бойца. Прекрасный поединок, один не может достать, другой просто, ну, не имеет как будто веса. Ой, что же ты творишь, братишка, ты побереги свой позвоночник. С таким весом можно раниться, грубо говоря, не получая урона от своего противника, ты можешь просто переломаться, особенно когда я нацепил тебе вот этот шлем в виде волос. Вообще этот шлем создает, ну, еще большее ощущение высокого человека. Нормально он его отталкивает, три раза оттолкнул, два раза, третий раз он попытался. Вообще такое ощущение, что вот этот парень, который смог бы сыграть главную роль ядерной бомбы, сюда пришел не драться, а как будто на массаж, друзья. Хорошо намахивает, но почему-то силы нету. Я убрал вообще показатели здоровья и выносливости. Толстый устал уже до поединка, то есть он как поднялся в октагон, он уже задышал, потому что все-таки он является амбассадором Макдональдса. Малой пытается, охренеть, братишка. Если ты начнешь его кидать, то мне кажется, что это скрытая реклама подгузников. Особенно, когда ты надел белые шорты. Так, происходит у нас борьба в клинче, друзья. Пока что ничего веселого по параметрам. Смотрите. Толстяк имеет передвижение 30, то есть минимальное передвижение. Посмотрите, как он двигается. Как будто он не вытряхивал. Блин, не хочу это говорить, честно. Хотел сказать, но я понимаю, что это грязная шутка, не буду. Короче, передвижение у него 30-ка, а скорость ударов тоже ничем не отличается. Тоже на минимальном уровне 30. Малой пытается пробить его брюхо. Сейчас у него был такой обманный удар. Удар называется вопросом. Когда типа боец бьет в корпус, но потом аккуратненько переходит на голову. У Малого, пацаны, нету урона. То есть он практически делает массаж, как я и сказал вначале, своему противнику. Но у него очень быстрые удары. Также он немного выносливее. Ну, чуть-чуточку прям, чуть-чуточку. Ну что же, друзья, 30 секунд остается до окончания первого раунда. Нормально он ему сейчас кулак чуть в жопу не всунул. Что я несу? Блин, у меня вечер, у меня опять соседи, они как чувствуют, знаете, вот. Я прихожу, я хочу записать, и они чувствуют, что нужно посверлить зубы стенам. То есть они начинают... Ну что же, друзья, давайте посмотрим лучшие моменты первого раунда, и я к вам вернусь. There's a powerful kick to the body. The beautiful Brittany Palmer with us. Ну что же, начинается у нас второй раунд, и картина, где ветка выпендривается на дерево, на котором она растет, продолжается, друзья. Вообще, я даже не представляю, кто выиграет, но подписчики очень давным-давно просили меня сделать такой поединок, в котором будет драться толстячок против худого парня.
Пока что смотрим, друзья, пока никаких прям опасных моментов нету, то есть бойцы просто друг друга бьют, не было вроде бы ни одного потрясения, вот, поэтому все нормально. Испытатель весов на прочность постоянно двигается назад, и я не знаю, с чем это связано, он наоборот должен давить своего противника, брать его... Ой-ой-ой, братишка, ты такое не пропускай. А то ты просто осядешь в октагоне от таких-то хайкиков. Так вот, короче, о чем я? Необычные какие-то замахи от нашего буржуя идут. Я не понимаю, почему он постоянно пятится, а Мало идет на него. С чем это связано? Хороший мидлкик. Мне кажется, это связано с тем, что он просто не знает, что делать ему, понимаете? Он вроде бы имеет вес. О, хорош. Практически развязал ему пуповину. Еще один хайкик. Этот уже потерялся, как мне кажется, Малой. Просто тоже, знаете, в недоумении в таком. Типа, я по нему бью и ничего не происходит. Ребята, подскажите, хороший апперкот залетает, но все равно немного он такой ватненький. Так. Вот оно! Первое потрясение, друзья. И нашего колпачка трясет. Братишка, ты ж подставь руки или что? У тебя руки дороже головы, я не понимаю. Не что из золота? Вообще-то головой ты думаешь. Тебе в дальнейшем еще работать. Хорош! И смотрите, он сразу подзывает его, типа, в позицию порноактера, лег и говорит, типа, давай ко мне, дружок. И тот, нисколько не думая, сразу влетает. Сейчас может быть удушение. Нет, позиции меняются. Я не понимаю, почему Малой стал большим. Как ты так вообще, ну, изменился, братишка? Во, опять маленький. Хорош. Небольшие переговоры, друзья. Все-таки бой, бой необычный. Вы нигде такого не увидите, кроме как на моем канале. Посмотрите, как Малой вырастает, я не понимаю. Это что, Халк в душе? Что происходит? Почему он телом стал одинаковым? Сука, вот ты тупица, а? Ну ладно. Минута до окончания второго раунда. Толстяк как двигался вначале, так и двигается. Малой, мне кажется, просто, знаете, ну, приличие принимает эти удары, типа, чтобы толстому не было обидно. Типа, хайкик, хайкик. Увидел бы, мне кажется, даже я, не занимаюсь единоборствами, как он бьет. Ты бы принял бы кофе, покурил бы сигаретку, покакал бы, и он еще долетал бы, так скажем, этот хайкик. Ну вообще неплохие размены, но я почему-то не чувствую того, что хотел, грубо говоря, чувствовать. Я думал, что будет какое-то напряжение, толстый постоянно будет его с удара ронять, но этого не происходит, друзья. Этого не происходит. Малой хорошо держится, честно вам скажу. Вот смотрите, это доказывает то, что... грубо говоря, если у бойца есть сила, но нет скорости, тяжело выиграть. То есть Малой, представим, что это хороший какой-нибудь атлет, так скажем, боец. Видите, как он хорошо уворачивается? Но вот здесь он нехорошо увернулся, он здесь получил дэмэдж по голове. Ariani Celeste on hand as usual. Вообще такие поединки я провожу в трехраундовом формате, но здесь почему-то стоит 5, я не знаю, с чем это связано. Так, братишка, который именно имеет большой вес, ты там кастрюлю-то свою прикрывая, то... бульон потечет, дурачком станешь 100%. Ты не думай, что вот этот вот Малой выглядит как зубочистка. Он может, поверь мне, проткнуть тебя. Хорош. Пердаком, понимаете? С таким весом и с таким ростом, конечно же, можно и булками бить своего оппонента. Карты, посмотрите, какие у него карты нататуированы из-под трусов. Это что обозначает, я даже не знаю. Также у него на ноге есть татуировка, посмотрите. В виде иероглифов каких-то. Наверное, там обещание, типа, не буду никогда бить мелких. Но вот здесь ему, наверное, хорошо заплатили. Я ему заплатил, друзья, и он вышел. Он вышел, чтобы проиграть. Что происходит, друзья? Я уже не знаю, что комментировать, понимаете? Это для меня, ну, впервые такой поединок, в котором... Я не знаю, что говорить. Все, у меня закончились ассоциации. Получай бэк и заканчиваем эту цирковню, пацаны. Заканчиваем. Бой должен состоять был из трех раундов. Давай. Давай, Малой. Ну не бей ты ему по яйцам, братан. Тебя же судья... Ой-ой-ой, посмотрите.
Ребенок обнял отца. Купи в магазине игрушку, говорит. Хорош. Ебать! Все, друзья. Все, друзья. Пословица у нас не сбылась. Пословица типа, чем больше шкаф, тем труднее собирать его врачам. Здесь все оказалось по-другому. Просто один локоть, ребята. Просто один удачный локоть и голову оторвало. Надеюсь, малой, посмотрите. Он попал вообще по нему или это воздухом его ранило? Давайте вот отсюда смотреть. Он вообще по нему не попал. Что произошло? Это симуляция. Ты похож на Неймара прической. Может быть, ты Неймар? Посмотрите. Не-не-не, черканул, друзья, черканул. Прям вырезал глаза. Вот по уровню глаз просто прошел. Ну что же, я думал, что возможность есть проигрыша вот этого танка с капустой на голове. Но, как оказалось, все равно ватная тонна зарешала массой, пацаны. Я не знаю, что здесь намелил, я вообще снимал ролик вечером. Поэтому хочу пожелать, как обычно, вам и вашей семье крепчайшего здоровья. Надеюсь, те, кто просили такой ролик, насладились вот этим вот зрелищем. С вами был Антон, всем всего хорошего и до скорых встреч. But you can be sure tonight is about this knockout. He'll be celebrating deep into the night with his friends, his family, his coaches. Congratulations.